привет, меня зовут Лина, и это Vampire the Masquerade Bloodlines. Так, мне тут интересно, если я попробую... А чё? А в жопу пошли эти сестрички, я не хочу иметь больше с ними никаких дел. Давайте пойдем посмотрим нашу квартиру. Ну, по идее, как бы мы через базу нашу сходим, посмотрим. У нас пункт назначения Downtown. Ничего не знаю, хочу следующую локацию. Дальше у меня начинается туман войны, как я уже говорила. Хотя вот сенсация Дэви Джонса. Загадочное судно помещено на карантин. Ай. Я очень радикально открываю. Конечно. Так, значит. Вандал отправится далеко и надолго в жопу. Нам Даунтаун 1, Даунтаун 2, Карнавал смерти. Вот Карнавал смерти, конечно, мне интересно поделать что-то, что это такое. А по-моему, кстати, нам так и не оставил ничего, да, наше замечательное. Так, почта. Да господи, почта. Что со мной такое происходит? Так, Сим. Белый король делает ход, чтобы прикрыть пешку. Меня, что ли? Это. Выйти. Да пофигу. Так, тут у меня ничего нету. Тут типа тример. Да что ж ты делать-то будешь, да? Небольшой вопрос. А как? А как вообще уехать отсюда, из этого прекрасного города? Я не хочу жить в этом Лакунакон. В этом прекрасном месте жить я не хочу. Так, тут у нас соседа не появилось. Сосед на диване у нас... Тут ничего нету, да? А как я в Даунтаун-то отправлюсь? Объясните мне. У меня следующий пункт назначения — Даунтаун. По канализации? Ну, я вообще-то хотела бы... тупо ткнуться сюда. И такая, и ухожу в рассвет, да? Выхода нет? Нет. Ключ поверни. И... мне почему-то показалось, что я не включила игру. Вот. Несмотря на то, что я все проверила. Но у меня все еще на мозг простуда давит. Откройся. Так, у меня рад есть... Рад снова тебя видеть. Что-нибудь нужно? Что-нибудь продать. Окей, ты... вот все, что я сегодня достал. Топор. Ну, почти 1000 кони... Касса? Нормально. Погоди, что? Ай! Подожди. А я дурочка, да? Я прям дурочка. Там надо было использовать кассу, а я ее продала. Ха! Так, подожди. Вон. Нет. Реально. А, то есть тут, в принципе, ничего нету, да? Нельзя использовать, можно только выбросить. Вы серьезно? То есть я вот из-за этого себе человечность, да, жрала? А, нет, скорее всего, эта касса просто осталась. Пустая касса, а деньги я уже того самого. Ну ладно, значит, без зазрения совести тогда мы сейчас... Что? Ай, я застряла. Я... Ребят. Ай. Выйди отсюда, пожалуйста. Ну, выйди из текстуры. Великолепно. Обожаю. Я оставлю специально это в записи. Пусть это будет... Пусть все видят... Меня предупреждали о том, что Bloodlines — это богованная хрень. В
я все равно, я упрямая. Я сейчас приду и продам ему все. Ничего не знаю. Открыть. Открывай. Продать. Рад снова. Пошел в жопу. Окей. Продать. Вот все, что я сегодня достал. Продать. Все. Трип. Ну, типа, зачем тогда? Ну, вот тут у нас было расследование, да? Тут ничего нет. Сюда у нас было куча квестов всяких. А сюда наш дорогой Маркурио, да? Может, надо в какую-нибудь машину тыкнуть и уехать отсюда, типа? Это, по-моему, точка Маркурио, кстати. Нет? Как мне отправиться в даунтаун? Вот я в первый раз играю в эту игру. У меня нету ни маркера, нифига. Он типа тут? А, кстати. Как это так? Я должна. Применение дисциплин запрещено. Серьезно? То есть я, в принципе, не могу, да, вскрыть этот замок, потому что у меня взлом слишком низкий. А Маркурио мне не оставил ничего, кроме поруганной чести, достоинства, звенящего телефона, в котором звонят не мне. Да? Ну, допустим, ладно. А Маркурио ведь получается это что? Это у нас человек? Ну, если на говорю человек, человек на диване, одинокий волк, да, вот это вот все. Так, там у нас был квест на чокнутого расчленителя. Угу. Пиздец, он и есть пиздец, один сплошной пиздец. Это вот, да, мое состояние, в принципе. Ну, есть, конечно, вероятность, что надо вот просто квест, да, выбраться из Санта-Моники и уехать в даунтаун в поисках, так сказать, лучшей жизни, да? А! Тебе что-то нужно? Ну, если ты будешь так на меня смотреть, то кровушки твоей. Фокси Боксес там что-то было. У нас тоже вот тут вот что-то было, у нас там у нас Бертрам вообще живет, да? А, сесть в такси и поехать отсюда в жопу, да? Он у нас, он нас уже ждет, да? У Азилиума. А, хорошо. Зачем тогда нужна была та локация с курящими дядечками, мне не очень понятно, потому что с ними нельзя поговорить, ты просто зашла и посмотрела на то, как люди живут хорошо. Так. Толстячок отправляется далеко и надолго. А если я к сестричкам зайду и скажу, ахаха, неудачницы? Ну как, ахаха, неудачницы? У нас, получается, осталась одна Тереза. Чё тут? Сенсация Дэвид Джонса. Да шо ж ты делать-то будешь, да? Тётя! А, тётя? А ты где? А я вот просто так, да, красиво? Ой! О! Почта. Необходим пароль. Ночь пятницы. Приветик, что ты делаешь пятницу ночью? Я подумала зайти в клуб, может, мы немного потанцуем. Так, от кого... Подожди, а это от кого было? Предыдущее П. А, это от Мики было. Тереза Бойерман, ты маленькая, грязная, нехорошая девочка. Как ты смеешь вмешиваться в дела моего города, да еще с этим мерзким Носферату? Тереза, это я... А, она отсылает, да? Нет, это Тереза. Это Тереза отсылает. Прикольно. Это я мерзкая, прошу заметить. Не я позволяю этому Носферату трогать тебя. Разве ты не видишь, что он пытается рассорить наш... А!
Это Тереза все-таки пишет, да? Он пытается рассорить нас, чтобы захватить этот город. Как ты могла? Теперь еще и моя галерея. Я очень хочу показать тебе кое-что. Жанет, солнце. Санта-Моника, мой город. Забавно. Ага. Сейчас, подождите. Контакты. Может, это нам пригодится. Пароль. Давай. Позвони мне, пароль, конечно, да. Микки, Верти, Артур, Джефф, Джек? Микки. Микки, Яхули. Верти. Бертрам. Бертрам Тунг. Артур Килпатрик? Серьезно? Джефф. Сара. Ладно, хорошо. Мы насмотрелись это. Главное. Так, а как выйти из тебя? Вот так, да? Стырить у нее ничего нельзя. Еще раз посмотрим на прекрасных сестричек. Уже осталась одна. Да, вот это, я так понимаю, у нас Жанет, это Тереза, и это папочка, любимый, замечательный помер, который... Так, тут у нее мы все чекали. Ну, окейушки, чё. Чисто зашли такие, напоследок посмотрели, что происходит в этой жизни. Ну, получается, да, мы сейчас идем и... Как же громко музыка тут играет. Идем к таксисту. Вот, по-моему, таксист нас везет. И таксист же тут самый главный персонаж в игре, потому что отчасти благодаря ему мы делаем последний выбор. Поехали подальше отсюда. В даунтаун, пожалуйста. В Санте-Монике мы уже все наделали. Используйте такси для перемещения между районами города и прочими удаленными областями. Как только новая область становится доступна, она появляется на карте. А ты чё? Ай! Давайте иссушим его. Пригвоздим его и оставим до рассвета. А сейчас мы вдоволь позабавимся. Думаешь, что можно безнаказанно взрывать наш склад? Обломись! А что я только что сделала? Куда я нажала? Зачем? Что я только что... Где такси? Что происходит? Я куда-то нажала, короче, и оно все поломалось. Я не специально. Они просто так великолепно мне зарядили. Я немножко выпала в осадок. Сейчас мы посмотрим еще раз. Давайте иссушим его. Пригвоздим его и оставим до рассвета. А сейчас мы вдоволь позабавимся. Думаешь, что можно безнаказанно взрывать наш склад? Обломись. Давайте вырвем ему глаза, язык и зубы. Вандерволд. Я хочу его зубы. Комарильская блядь. Думаю, этого маленького развлечения хватит на всех, ребятки. Тех, кто сидит в первых рядах, слегка забрызгает. Сукин сын!
Уходите. Нас здесь трое, Родригес. Ага. Трое. Ну и что ты сделаешь? Пристрелишь? Это еще не конец. Мы тебя найдем. И тебя тоже, Родригес. Всех найдем. Вы покойники. Умрет любой, кто перейдет дорогу шабашу. Пошевеливайтесь. Покойники, покойники. Неприятности явно тебя любят. Эти ноги. Хорошая попытка. Тебе еще надо поработать над этим. Выглядишь дерьмово. Я Найнс. Спасибо за помощь. Ну, типа, мне не нужна была помощь, я бы сама с ними справилась, когда ты лежишь с трусами наружу, ноги в раскоряку и тебя бьют. Ну, такое себе. Мне кажется, помощь тебе нужна будь была. Будь осторожнее, да. Спасибо, Найнс. Здесь тебе не трущоба со шпаной. Я запомню. А, я помню тебя, слышь? Девочка, мне еще есть чем заняться. Почему бы тебе сегодня не навестить меня в баре Last Round? Думаю, тебе уже настало время услышать правду. Ну ладно. Это коварный мир. Держись подальше от неприятностей, малышка. Ну ладно. Просто приехала в даунтаун, а мне ни с того ни с сего просто по лицу протоптались. Вот это, конечно, поворот. Почему даунтаун очень похож на Санта-Монику? Я уже говорила, да, что у меня тут туман войны, потому что я не знаю, в принципе, ничего. Я ни разу не доходила до этого места. Здрасте, мадам. Приветик, хочешь немного поразвлечься? Прости, но нет. Человек-такси. Мое почтение. Оу. Подождите. Ребят, вы из резидента, да? Вы немножко это... игру попутали. Сейчас я пробегаю. Посмотрю, что кого. Изучу локацию. Она должна быть не очень большая. Я понимаю, что мне, видимо, вот в это большое здание, да? Прям большое здание. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. А это чё? А? Это не я. Тут стреляет. Ай. Ай. Кто по кому стреляет? Здрасте. Здрасте. У вас это... анимация забаговалась. Вы не делаете ничего. О, дыра. Дыра. Я только начала играть, я уже нашла какую-то дыру. В текстурах дыру. А, это, видимо, для Носферату. Носфигата, блин. Так. Хотель. Ну, по идее, мне как бы сюда, в хотель. Я жить-то где буду? Хотя мне в Санта-Монике, по-моему, дали, да, где жить. Кто стреляет? Куда стреляет? Зачем стреляют? Скайлайн. Апар чего-то там. По-моему, мне сюда. Хотя мне Джек говорил тоже его где-то встретить, найти. Ему надо отдать его... пушку. Чувак, как-то у тебя тут грязновато. А чё все такое зловещее?
Но, как бы, не вижу цель, не вижу препятствий. Мы наблюдаем за вами. А, в смысле, за всеми этими апартаментами? Прикольно. Почта. Я не знаю, зачем я пришла и... Недостаточно навыка, понятно. Нам срочно нужно компьютер ломать. Мне не хватает навыка взлома. Не пар... А, о, это, кстати, для Носферату, да? Не свисти, денег в доме не будет. Ты знаешь об этом? А может, это ты тут стоишь, чтобы я поела? Погодите. А, я забыла опять сохраняться. Как? Сохранение в 9. Вот и все. Ну, это так, я перекусила. А я не знаю, куда мне. Подождите. Ай! А, выпустите меня! Выпустите меня! Выпусти! Выпусти, спасибо. Ох уж эти страшные двери. Я так и не понимаю, куда мне идти. Ну, то есть, я так понимаю, мне надо найти Джека, надо найти Найнса, да? Так. Башня Вентро. Апартаменты Sky... А, Skyline. Skyline 2А. Апартаменты? Апартаменты 2А. Сейчас пойдем. 2А это, скорее всего, второй этаж, да? Поехали. Мы поедем, мы помчимся на линях утром ранним. Конечно, сохранимся. Здрасте. А, сила крови? Сила крови — это вещь. Дротики. О! Мистер Милтон, вы знаете, кто это. И я надеюсь, вы все еще помните о сегодняшней встрече. Встречаемся в назначенном месте, напротив бара в переходе. Приведите вашего коллегу, мистера Дурбина, поскольку я предлагаю работу на двоих. Полагаю, что вы оба уже в пути, и мы скоро встретимся. До встречи. Получен предмет автомагнитола. Я все не могу забыть часы, которые я... Ой. Кендо для опытных. Ну, допустим, ладно. Ага. То есть я могла вообще пробраться, как истинный Носферату, через вон в туда. Но я решила зайти вот так, прям по прямой, почему бы и нет. Так, в апартаментах Skyline больше никого нету? Подождите, это все Санта-Моника.
Голливуд и Чайнатаун меня ждет. Ладно, поехали на первый. Мы уже сделали квест, но дальше можем не делать ничего. Ай, подожди, на первый. Ну, на первый. На джель. Жесть, он трясется. Угу. Отличненько. Так, один квест мы уже сделали. Оу. Алло? Дядя? А можно ножичек подрезать? А вот тут ножичек подрезать. А, тут бандиты, да? Ой, тетя. Ля, какая тетя идет. Мощная тетя. Так, а где я вообще? И что мне надо делать? Я так понимаю, мне либо туда, да? Меня вон даже привезли и послали далеко и надолго. Наверное, может, меня сюда привели? Что у нас тут будет? По-моему, у нас это Элизиум местный, там, где Лакруа сидит. Ага, я вижу уже... Слышу, точнее, уже. Здрасте. Привет, мисси. Меркесин, а? Да, после той галереи я и не думал, что смогу получить работу хотя бы по охране развалюх от бомжей. Но тут вдруг раздается звонок, и мне предлагают эту славную ночную смену, и я снова в охранном бизнесе. Ну ладно, хватит о моем счастливом увольнении. Вы пришли встретиться с боссом, мисси? Да. Это будет Себастьян Лакруа из фонда Лакруа или Дуэйн Лакруа из компании «Формула для беспокойных младенцев»? Себастьян. А, ладно. Мистер Лакруа велел мне сегодня ожидать кого-нибудь вроде вас. Поднимайтесь. А, ты типа упырем стал? Да, удачного совещания или что там у вас запланировано? Если понадобится охрана, просто позвоните сюда и спросите офицера Чанка. Это я, если что. Ты сказал Чанка? О, да, хороший вопрос. Это все с тех пор, как я занимался футболом. Вообще-то, воображаемым футболом. На станции. Стационар. Это было что-то вроде детской площадки. Эй, дети, не катайтесь по автостоянке. Как-то так. Еще увидимся, Чанг. Ладно. Охренеть, конечно. Мне наверх, да? На самый верх. Лакруа, я так понимаю. А? А что такое пиаж? У тебя очень странный подбор картин. То есть тут мужик бьет мужика, тут мужик бьет мужика, тут мужик правит мужиками. Тут тоже мужик правит мужиками. Тут мужик победил мужика, и тут мужик снова бьет мужика. Я все видела. А? А, это чувак с колом! Это чувак с колом, который пытался Лакруа убить. Ну, сорян. Слушай, я думала, это будет прикольный привет.
Здрасте. Вот и ты. Меня проинформировали, что ты в здании. Раз уж ты здесь, осмелюсь предположить, что ты уничтожила склад. Это верно, так? Да. Просто великолепно. Я был уверен, что ты докажешь разумность моего решения. Полагаю, в ходе выполнения мои кадры не создавали тебе сложностей. Ваш парень Меркурио не слабого же, ну... Сородичи Санта-Моники оказались слегка двуличны, но это все. Мне кажется, он скажет, типа, оп, ничего такого. Не, вообще никаких не было. Это именно то, что я хотел услышать. Неплохая работа, учитывая сопутствующие обстоятельства. Немногие на твоем месте справились бы с подобным испытанием. Но пойми меня правильно. Это не бессмысленное поручение. Конечно. Ты можешь оказаться ценным вложением. Досадно, что в последнее время в этой организации столь мало дарований. Скажи, ты не против заняться одной разведывательной миссией? Что надо сделать? Среди сородичей распространяются слухи об Элизабет Дейн, грузовом корабле, который недавно отбуксировали в порт. Тебе приходилось об этом слышать? Да, там, по-моему, с расчлененкой что-то связано. В данный момент Дейн осматривает полиция. Даже Носферату практически не располагают информацией. Однако, причина, по которой вокруг корабля столько домыслов, то, что на нем перевозился объект, называемый анкарским саркофагом. Угу. Итак, я не из тех, кто принимает решения, основываясь на домыслах. Поэтому мне нужны факты. И что еще важнее, доказательства, что события на Дейн не были сверхъестественными по своей природе. И никак не связаны с анкарским саркофагом. Что я должна сделать? У тебя три задания. Первое. Следует осмотреть саркофаг на предмет чего-либо необычного. Ты можешь почувствовать там что-нибудь специфическое. По факту, многие сородичи сообщают, что в воздухе витает беспокойство с тех пор, как прибыла Дейн. И ни при каких обстоятельствах не открывай анкарский саркофаг. Второе. Полиция начала расследование. Выясни, что им уже удалось установить. Третье. Принеси декларацию судового груза. Нужно знать, что еще там перевозилось. И последнее, что нам нужно, чтобы полиция знала о нас. Так что веди себя благоразумно. В отличие от склада, ты не можешь без последствий устроить массовую резню на корабле, где полно представителей закона. Это понятно? Ага. Хорошо. Еще мне стало известно, что недавно тебе довелось столкнуться с Найнсом Родригесом. Парень так любит... разбрасываться своим идиотским обаянием. Которого у тебя нет. Что именно говорил тебе мистер Родригес? Попросил навестить его. Считай это уроком. Понимаешь, мы, Вентру, иногда должны брать на себя ответственность в покровительстве всякого сброда. И потому выслушивать их с выражением подлинной заботы, какими бы нелепыми ни выглядели их заявления. Я прям сейчас передай расскажу. Сообществу анархов мой привет. Хорошо. У нас получается... Лё, какой грозный. Дядя, вы разговариваете? Дядя, мне кажется, у вас ручки коротковаты, совсем чуть-чуть. Дядя? Дядя, где вы такие дреды сделали? Дядя, поговорите со мной. Ля, он вообще, я ему в пупок дышу. Ну, солнечное сплетение. И это тоже такой маленький вообще рядом с ним выглядит. Это так смешно, когда большие такие бугаи, охранники, короче, и такой маленький, весь из себя важный человечек. И... бедный чувачок. Ладно. Куда? Прям так, сразу нафиг. Сразу на улицу, ну ладно. Так. Сейчас подожди. Бар Last Round. Последний раунд.
Где опять махач происходит? А тут есть что-нибудь вроде карты? Видимо, не очень, да? Дядя, вы в воздухе висите. Вам хорошо? Видимо, да. Так. Хеллбрук Хотель. Вот это, наверное, да? Нет, это... Хорошо бегут. Хотель. Будьте здоровы. Во, last round. Ух, оставь холодно. Меня в покое. Кстати, в переулке напротив бара, это, по-моему, вот это. Чувачок должен был встретиться, да? Переулочек, переулочек. Не? Нету, ничего нету. Дядя, ты не видел что-нибудь тут? Двух мужиков, которые... Пиздец, вы меня пошли. Согласна, мужик, согласна. Так, нам нужен Джек. Очень хочу увидеть Джека. Очень забавно, что Джек получается нам... А вон он, кстати. Авторские права сейчас мне влепят. Джек, привет! Ух ты, ты только глянь, кто вернулся назад целёхонькой. Как там Санта-Моника, крошка? Я все в порядке. Да-да, ты просто прогуливалась. Достаточно заработала очков за матч на пирсе? А да, хотя я не выиграла приз, не добрала очков. Хе-хе, не думал, что справишься. Наверное, была на побегушках у каждого вампира чуть постарше тебя, я прав? Да, можно и так. Так оно уж повелось. Все та же политическая херь, что и при жизни, правда? Почему нельзя просто вырвать кому-нибудь хребет, а? Что, думаешь, только меня это бесит? Политика, значит? Политика. Она делает богатых еще богаче и удерживает сильных у власти. Вот почему ты сходу оказалась в Санта-Монике. Потому что так сказал князь Лакруа. А почему именно я? Он думал, что ты не выкарабкаешься. Если бы Найнс не вступился за тебя, то на суде бы тебя и поджали. И все это знают. Зачем ему меня убивать? Таков закон Камарильи. Надо получить одобрение перед тем, как кого-то обратить. Контроль вампирской рождаемости и прочее дерьмо. Лакруа хотелось выглядеть сильным лидером, защищающим закон. А ты не подчиняешь... А почему я все еще тут живая? Пиар, детка, просчитанный риск. Дентру рождаются в зале заседаний. Когда Найнс встал, Лакруа смекнул, что настало время проявить аккуратно отмеренную долю камарильского сочувствия. То есть Лакруа боится Найнса? Лакруа – босс Камарильи в Лос-Анджелесе. Так и есть. Лакруа – босс. Аж смешно. А ты не принадлежишь Камарилье? Свободные мертвецы, крошка. Многие привыкли называть нас анархами, как ни странно. Анарх. Круто звучит, а? Да. А что за анархи? Как я и говорил, это мы. Что ты хочешь узнать? А кто ваш лидер? Не больше, чем кто-нибудь другой. Найнс достойный малый. Правда, сильно заморочен на политике, так как застал времена Великой Депрессии. А остальная его команда? Ну, я не очень-то в курсе прошлого. Это команда Найнс. А ты? Рука. В большинстве здесь течет кровь Рука. Выкладывай по порядку. А Камарилья? О, моя любимая тема. Князь Лакруа? Так, черт, Лакруа.
Я вышибал мозги и вампирам получше. Он не князь. Князь! Ты имел дело с князьями вроде него в прошлом? Он типичный засранец из Увиатова. Легкомысленный, да обычный педагог. Ему просто повезло, что он оказался в Лос-Анджелесе в нужное время. То есть всего лишь глупый удачлив, да? Я не говорю, что он дурак. Он просто засранец, которому не мешало бы вмазаться. А шериф? А, шериф, да. Многие задаются одним и тем же вопросом. Кто только сообразил обратить эту гориллу? Тебе не нравится вся комарилья, да? Я не говорю, пошли мочить Малковиана, живущего в заброшенном отеле, потому что он из комарильи. Я лишь говорю, давайте притряхнем все это дерьмо. Я тоже часть проблемы, да? Крошка, пока ты молода, делай все, что угодно, лишь бы выжить. Но все же потом настает время, когда это оправдание больше не кажется. А, сейчас меня это не касается, да? Поэтому ты и здесь. Это школа, крошка. Остерегайся защиты волков. Выкладывай по порядку. А анархи чё? Как я и говорил, это мы. Что ты хочешь узнать? Да, я бы мог рассказать тебе об истории движения, о нашей борьбе. Что означает вся эта фигня? Хочешь послушать урок истории? Зачем это все? Я не ученый, но я кое-что повидал. Повидал и совершил дел больше других. Не думаю, что нам когда-нибудь будет просто. Но надо решиться, что именно стоит сражаться. Как вы думаете победить? Сражаясь яростнее этих сучек. Каждый раз, когда я вытираю чью-нибудь челюсть, я чувствую, что сражаюсь за светлое будущее. Истинный Бруха. А Найнс? Бьюсь об заклад. Но он здесь главный. Не больше, чем кто-нибудь другой. А ты не начальник? Я? Мне никогда не хватало терпения на переговоры. Каждый может без проблем выжить или сгореть. А Найнс? Бруха. Выкладывай по порядку. Шабаш? Опять? Неужели? Шабашевцы ничтожные. Они бессмысленнее, чем накладные сиськи на зомби. Они как клоуны с бензопилами. Но они в рай... А что с ними не так? Шабаш в той же заварухе, что и комарили. Шабашевцы сидят на цепи чуть подлиннее, но все они тоже рабы. Выкладывай по порядку. What's on your mind? Вот это у него голос! Смысл? Поэтому о людях? Я о них не думаю. Ты часто при жизни думала о коровах? Ха. Ну, убей ты одну, вряд ли расстроишься. Но если ты не психопатка, то и не убьешь их ради забавы. У нас и так много проблем, а смертные пусть сами выкарабкиваются. Выкладывай по порядку. Он так бровку, конечно, поднимает. What's on your mind? В чем дело? Конечно, детка, вываливай. What's on your mind? А ты не хочешь? Слышал, тут вы с Найнсом напоролись на шабаш, да? И дали ему уйти? Ведь хотел и Найнс. Отказаться от такого развлечения. А зачем он мне помогает? Ну, он тоже остался без сира. Может, и в этом. Он заботится о слабых. Как шабаш меня нашел? Кто-то, наверное, проболтался. Слушай, тут есть такое дело. Хочу узнать, что ты думаешь. Что если князь нашептал шабашу, что это ты взорвала их склад? Ты думаешь, это возможно? Девочка, это просто теория. Но кто еще? Я просто сказала, да? Знает, куда ты идешь. А зачем ему помогать шабашу? Я не говорю, что он спелся с шабашем. Я знаю, что нет. Но чертовски возможно, что он пустил по улицам слухи, а шабаш прослышал. Прозмыслил. Да, скорее всего, так и было.
Наверное, не стоит ему об этом говорить. Комарилья так и работает, детка. Я знаю этих скользких дерьмоедов уже несколько веков. Так, князь посылает меня осмотреть Элизабет Дейн. Что, правда? А что такое? Значит, саркофаг. Ларкуа рассказал тебе про анкарский саркофаг. Я все равно не верю, что он расскажет неправду. Да уж, ну, хочу кое-что тебе прояснить. Этот саркофаг не к добру. Сородичи словно дерьма клянули с тех пор, как его нашли. Почему? Ходят слухи, что там внутри спит древний. Отец всех вампиров, который, если проследить свою родословную вглубь, то есть шанс, что она заканчивается на нем. И он все это время спал? Древние не просто древние. Они спят целые века. И когда они просыпаются, они голодные. Он проснется и выйдет на охоту? Тут нечто больше. Большинство сородичей считают, что это конец, апокалипсис. У каждой религии свой вариант. Сородичи называют это гиеной. И как они говорят, она начнется, когда древние восстанут, чтобы пожрать своих детей. Это правда? Говоря по правде, это лишь слова, которые передавались в течение веков. Комарилья отрицает существование древних. Это могут быть лишь шутки. Ну, детка, именно ты это и выяснишь. Удачи там. Только не разбуди дедулю монстра и не уничтожь мир. Конечно, детка, вываливай. Да, господи, серьезно? Бесконечный вопрос. О, я только сейчас обратила внимание, что он оказывается в одной жилетке. В чем дело? Это же та, о ком все говорят. Девчонка с агитплаката Комариви. И зачем князь послал свою шлюшку сегодня? Я еще Найнс. Будь панькой, найди его. Найнс ждет тебя. Не забывай, что тебя пригласили. Я Скелтер. Еще раз выпендришься, и я вытряхну твой пепел за дверь. А у тебя есть пару минут поболтать? Ага. Вопросы? Да. Хрень с сородичами. Тебе нужно понять, сородич, что в твоей крови 6000-летнее проклятие. И неважно, какую силу ты в себе чувствуешь. Проклятие? Это кровь цепи, что будут держать тебя в рабстве до конца твоих дней. Почему? Твои древние контролируют кровь, и она их слушает. Ты не услышишь их зова, но кровь услышит, и ты будешь повиноваться. И как от этого освободиться? Это дерьмо тянется еще от Каина, девочка. Ничего не поделаешь. Какая-то мумия на другом конце мира увидит дурной сон, и ты почувствуешь эту хрень. Хочешь или нет. Кто такой Каин? Каин, подруга. Отец всех вампиров. Убивший Авеля, своего брата, и обреченный богом скитаться вечно, питаясь кровью своих детей. Такое вот дерьмо. Библейский Каин? Говори потише. Реален ли Каин? Не знаю. И не хочу знать. Голос. К чему ты это все говоришь? Узнав об этом проклятии, дергающем тебя за ниточки, захочешь ли ты отказаться от права на борьбу, присоединившись к Комарилии? А что ты имеешь против Комарилии? В Комарилии нет необходимости. Их правила — благие вещи, маскарад и все такое. Да, в них есть смысл, типа как в 10 заповедях. Ну, ты же их знаешь. Ну да. Да, не убей, не укради. Звучит неплохо, но мы оба знаем, что эта хрень редко соблюдается. А что, если некое общество типа Комарилии просто берет и убивает тебя, если ты нарушишь одну из этих гребаных заповедей? Я поняла твою позицию. Верно. Мы не должны были так жить.
Девочка, я 3 года подчинялся чужим правилам во Вьетнаме, но и то не ощущал такого притеснения до обращения. Анархия, это... Ну, ты же подчиняешься Найнсу? Никто не кланяется Найнсу. Он просто служит хорошим примером для нас. Лучше, чем какое-нибудь дерьмо, прячущееся в своей башне. Вокруг, да? Только Комаривия не видит разницы. Ну, ты согласен с маскарадом? Я не обнажаю клыки, чтобы чувствовать себя хорошо. Маскарад — это красивый лозунг Комаривии. Других претензий к нему нет. Живи и дай жить другим. У нас и так проблем хватает. Да, в этом что-то есть. А знаешь, говоря о маскараде, я как раз подумал, что ты можешь нам помочь. Но? Тут есть одна очень шумная девка. Заноза в заднице. Она упырь одного исчезнувшего Тореадора. И как ее зовут? Ее зовут Пати. Болтается в клубах даунтауна. Она выделывалась здесь, типа она всем лучший друг. Все бы ничего, пока ее вампирский папаша не перестал звонить. Теперь она осталась без его крови, и это дерьмово. Она вообще понимает, что его больше нет? Да ей уже говорили, что он мертв. Она не слушает. Вечно повторяется. Долбанарки. Она хочет устроить нам веселую жизнь. Какую? Охотники на вампиров. Начнешь страдать херней, нарушать маскарад, и поймешь, о чем я. Поверь мне, нам не нужны проблемы с охотниками. Итак, насчет Пэтти. Она перешла границы. Она Пати. Затыкается только, когда сосет вампирскую кровь. Она должна исчезнуть. Сделай это, и мы сохраним наш секрет. Я сделаю это ради сохранения маскарада, что угодно для моих братьев-анархов. Извини, это не для меня. Я не прибираю срачи. Блин, ну я бы на самом деле с Пати так-то переговорила. Ничто мне не мешает взять на самом деле квест и его просто тупо не сделать. Как с Вандалом было. Хотя у Вандала я кровь не смогу купить, пока не найду никого, да? Типа ее убить, ну, такое, не знаю. Ладно, но возьми себе на заметку. Хорошо. Надо подумать, на самом деле, хотим ли мы Пати убивать. Пати убивать. Блин, эта музыка на пятый... Когда она пошла на пятый круг, стало прям жестко. А ты такой красивый, да, стоишь такой? Прислонился к стеночке, знаешь, это... А ты кто? Блять, чертовы камни. Все вы, ребята, одинаковые. Ну, допустим. Ну, я просто смотрю на Найнса и понимаю, что... Нет! Верни меня назад! Я говорила про то, что Найнс такой весь из себя харизматичный, то есть по нему прям видно, он такой бунтарь, плохой мальчик. Интересное, как бы, место выхода в окно. Выйти... Фраза «выйти в окно» приобретает, конечно, новые. Господи, все, меня бесит уже эта музыка, не могу. На энный раз это слишком too much для меня стало. Что? Эверет Ма... Чего? Ладно, давайте тогда на сегодня закончим. С Найнсом поговорим тогда в следующий раз. Ну, смотрите, как он так... Ой, позер, еще и в камеру-то не смотрит. То есть стоит такой, весь обвокатился, такой в ритм ладошкой бьет, да? Там с бицухой, ни хрена себе у него бицуха. Кубики 100%, да, у тебя? И весь такой себя мачо. Ну давай, ладно, до встречи в следующей серии тогда.
простите меня, мне просто музыка прям в мозг мне бьет. Давайте на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Также у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд. Все ссылочки в описании. Все. Увидимся с вами в следующий раз. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Пока-пока.